Всем привет! Продолжаем ходить по моему маленькому городку. Вот что я нашел у нас в городе. Автор скульптуры Роман Шустов пишет о своей скульптуре «Петербургский ангел». Скульптура «Петербургский ангел» посвящена старикам из моего ленинградского детства, носителям особенной душевной культуры и интеллигентности. Эти старики, пережив все невзгоды первой половины 20 века, гражданскую войну, голод, сталинские репрессии, блокаду, потерю родных и друзей, сохранили в себе оптимизм. Они восстановили наш город из руин. Это удивительное поколение, пройдя через невероятные испытания, выпавшие на их долю сурового времени, приобрело мудрость, свойственную возрасту, но каким-то чудом сохранило юношескую непосредственность, жизнерадостность и живой интерес к людям. К сожалению, этот образ почти исчез из нашей жизни. Но детство каждого из нас было украшено встречами с этими добрыми стариками. Вот такая скульптура «Петербургский ангел», автор скульптуры Роман Шустов. Пока-пока, до свидания, узнали что-то новое.